Я, блядь, ты бы здесь видел. Ну, как ты? Здесь пиздец просто, нахуй. Мы в школе сейчас сидим, короче. Раненых хуево туча, нахуй. Ваши, да? Я сейчас, блядь, стою в классе, который весь расстрелян. Здесь просто перевернуто все, блядь. Здесь окон нет, нихуя нет, блядь. Все в пулях, в гранатах, нахуй. Там, блядь, на улице живого места нету, нахуй. Пару ракет, короче, там въебали, нахуй. Все, отряд, блядь, встал, ну, в этой школе оборону занял. Тут мешки, блядь, с этим... С песком, блядь, во всех окнах, нахуй. Вот, ну и все, вот нас долбили сейчас, блядь, часа три, наверное, блядь. Я думаю, ёбаный в рот, когда закончится, думаю, ну ты там внутри, я так поняла. Да хули ты внутри, блядь, надо одну ракету запустишь, нахуй, дом сложится, блядь, это школа, нахуй. Какой кошмар, блин, я сейчас скучаюсь очень. Все нормально. Давай-ка уже домой, а, заебал. У нас, блядь, станции-то нихуя нету, блядь, друг с другом связываться, блядь. Нихуя не понимаем, что происходит, блядь. Нахуй ни окон, нихуя нету в этой школе, блядь. Все перехуярено, нахуй. Ну просто здесь какой-то апокалипсис был, блядь. Прям в одежде в спальник ложимся, нахуй. Ну а кушаешь как? Ой, да любой магазин заходи, блядь, что хочешь. Захотел сигарет, захотел жвачку, захотел там. А, в смысле, все пустое. Да все нахуй, все расхуярено, ебаный в рот, все повыносили, блядь. Uh-huh. А я взял чемодан большой, короче, зашел в этот. Ну там все разъебано, прикинь, там, в смысле, просто ветром, блядь, здание продувает, нахуй. Одно здание разрушено. Вот, нашли этот отбойный молоток, нахуй. Новый, запечатанный, нахуй. Он стоит 100 тысяч, блядь, прикинь. Увезем, если получится. В смысле, если получится? Если Урал не подобьет, то ничего. Это нормально все. По лесам шастали, нахуй. Чисто в лес заезжают. Прикинь, ты, блядь, просто... А там тут, тихо тут... все? Да ну нахуй, тут, блядь, уебалось. Там град накрыл, нахуй, буквально, блядь, метров 200, блядь, все перехуярило, нахуй. Там, блядь, трупов пизда, нахуй. Просто, ну, один раз, ну, нахуй, вас? Наших, ебаный в рот, конечно, блядь. Мы, заебись, в аэропорт не заехали, нахуй. Мы должны были в аэропорт, нас просто бог отвел. Нам бы пизда была всем, нахуй. Отправили группу туда. Ну, естественно, блядь, трое, нахуй, убитых, блядь, 10 раненых, нахуй. А там нас как будто ждали, туда артиллерия начала хуярить. Там был пункт встречи, блядь. Связи-то нету с ними, мы должны, блядь, туда приехать. Просто встречаем ССОшника, ну, силы специальных операций. Uh-huh. На машине едут обратно, говорит, вы ебанутые, вы куда, говорит, едете? Там, говорит, артиллерия хуярит, нахуй, туда. Мы развернулись, уехали в лес, короче. Ебать, там трупов 700, нахуй, наших, ну, бойцов. Просто мясо, uh-huh. нахуй, все, блядь, разорваны влево-вправо, нахуй. Живого места нет, блядь, все танки, все, блядь, эти боевые машины пехоты. Да, чем в новостях говорят? Это только в одном месте, нахуй, прикинь. Вот. И, ну, типа, слышишь, ебать, взрывы? Слышишь? Пиздец, конечно, не слышу. Раз туда уебали артиллерии, два, нахуй, потом заехали, блядь, вот эти, нахуй, ну, дохуя народа, армия. Всех перехуярили, короче, аэропорт этот сложили, блядь. Наших пацанов вытаскивали, говорит, трое погибло. Несколько тяжело раненых, остальные там все, блядь. Все, и потом на следующий день, когда приехали трупы забирать, ну, трупы мы тоже забираем. В аэропорта вообще в смысле нету, нахуй. Все сравняли с землей, нахуй. Угу. Новости, конечно, говорят о другом. Там, у нас сейчас такой патриотизм, пиздец. Ну, это вообще пиздец. У нас тут гражданская.